Всем привет, дорогие друзья, с вами Дима и канал МТГ Сибирь. И сегодня мы будем играть моей просто супер ожидаемой, супер вымученной колодой. Это будет Рагдос с крысой. Действительно, очень долго ее тестирую. Действительно, очень долго ее хотел. Она мне так нравится. Мне вот просто пироженка. Давайте перейдем к сути. Две копии зубастого паразита. Крыса за одну ману 1-1, когда она выходит на поле битвы, целевой игрок скручивает две карты, и когда она умирает, целевое существо под нашим не под нашим контролем получает минус 1, минус 1. 4 рейды карателя Киба. Сага, на первой-второй стадии каждый оппонент теряет хит, мы гейним хит, потом сгоняем, кладем себе крысу с угрозой 2-2. А две копии песни Татентанца за одну ману EX, волшебство, мы создаем X-фишек, существо 1-1, черная крыса, и все существа под нашим контролем получают ускорение. А две копии подношения Хароби за две маны, Сага, на первой-второй стадии каждый оппонент создает фишку черная крыса-бродяга. Затем на 3 стадии мы изгоняем эту сагу, трансформируем ее, она становится эхо смертного воя. Это дух с полетом с ускорением 3-3. И в начале когда выходит на поле битвы, мы получаем контроль над всеми крысами под контролем, всеми фишками крыс. И каждый раз, когда эхо смертного воя атакует, мы можем пожертвовать другое существо, если мы это делаем, то дроваем карту. 4 копии спутанной колонии за 2 маны 3-2. Она не может блокировать, но когда она умирает, мы создаем X фишек существа 1-1, черная крыса со способностью существа не может блокировать, где X это количество повреждений, которые ей нанесли в тот момент, когда она умерла. А две копии целится в горло, две копии Дикта Shadow Dread, две копии Добродетели Упорства, это наш ремувал плюс Добродетель еще и в лейте, это реанимка. Три копии Лорда Быстронога, который входит в начале комбата, делает крысу, и каждый раз, когда крыса входит на поле битвы под нашим контролем, мы сгоняем карточку из кладбища оппонента. Три копии Гикса, Приэтора Евмота за 3 маны 3-3. Каждый раз, когда существо наносит боевые повреждения любому из наших оппонентов, мы дроваем карточку и лузаем хит, ну если хотим. Две копии Карумоникса. Это крысиный король за 3 маны 3-3 с токсичностью, другие крысы имеют токсичность. И когда он выходит на поле битвы, мы смотрим 5 верхних карт библиотеки. Можем показать любое количество крыс и положить их себе в руку. Вот так вот, остановим на ботом. 3 копии крысиного колпака жителя стоков за 4 маны 3-3 с угрозой. Когда он выходит на поле битвы, мы создаем 2 фишки существа 1-1 черная крыса. И в начале нашего шага поддержки можем пожертвовать другое существо, любое. Если мы это делаем, мы кладем жетон плюс 1, плюс 1 на него, экзалим карточку стопа и можем его в этом ходу разыграть. То есть работает как добор. Одна копия похода Личей Рыцарей, это реаниматор. Две копии чокнутой источной ведьмы за 5 маны 3-4. Она выходит на поле битвы, мы создаем фишку существа 1-1 черная крыса. И затем для каждой крысы под нашим контролем создаем фишку роли злодея, к ней прикрепленную. Тем самым ее прокачивая. Далее, последний штрих – это Огр-хозяин грызунов. Или, как мне нравится на английской версии, Огр-читерлорд. С угрозой. Когда он выходит на поле битвы или атакует, мы создаем две фишки существа 1-1 черная крыса. И если под нашим контролем, то есть или когда он атакует, либо входит в игру. Заметьте, да? Затем, если под нашим контролем есть 5 или больше крыс, то каждая крыса под нашим контролем получает 2 плюс 0 до конца хода. Вот такая, друзья, у нас на сегодня колода. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал, ставьте комментарии. Погнали тестить. Итак, друзья мои, первая каточка. Не знаю, насколько она будет удачная. Рука такой середнячок. Маловато крыс у нас. Но, я думаю, мы постараемся что-нибудь с этим сделать. Итак, первый ход, рейд карателя Киба, хит оппоненту, хит нам, вернули себе хит. Погнали. Так. Ой, хорошая карточка. Давайте ее и поставим. Подношение, это всегда хорошо. И ход. Земля.
Скрельф. Ладно. Прибудет скрельф. Да. Давайте. В таком случае мы ставим сейчас крысиного короля. Раз мы его подровали. Автоплат. И попробуем себе хотя одну-две крысы найти. Оу, это шикарно. Ходи. Естественно, токенов мы сейчас не блокируем. Пусть они проходят, ничего страшного в этом нет. Угу. Нет блоков. Пускай идут в атаку. И раз варианты есть. Да. Теперь у нас появляются варианты дальнейшего развития сюжета. Так. Нормально с звуком, да. Единички. Процессии. А, типа, чтобы я их под контроль не забрал. О, какой ты хитрый маленький жучар, а? Чё бы нет, действительно, неплохо. Давайте, быстронок. Изгнали. Давайте, атака. Пожертвуем. Угу. И ход. Виртуозный свидетель. Хорошо. Так, ну давайте ставим блок. Почему нет? Собственно, не вижу никаких препятствий к этому. Блок. Ладно. Собственно, без проблем, на самом деле. Эти болота. Давайте. Целиться в горло. Сюда. Ты понимаешь, что это одна из ключевых карт? Забашляет два хита. Еще раз целится горло сюда. Угу. Атака. Никого не жертвуем. Угу. Угу. Да. Ну и ходи. Еще один свидетель. Да. Давайте вот так. Зубастый паразит. Давайте поменим ему две карты. Хорошо. Давайте. Вот такая. Все-таки. Что-нибудь уберем. Давайте атака. Всеми.
На двух хитах, ну если он, значит, этот хоть не убивает, то скорее всего убиваем мы. Ходи. Хорошо. А, ну да, он может убить, кстати, он сейчас на 6 проходит уже. Может запросто убить нас, да. Ну, по-моему, кстати, земли, да, которые дают боль. Там он не может, не сможет уже нам дать защиту никак. Эти блок. Давайте скрыли вот этим. Минуса. Ай! Больно. Окей, давайте следующую. Конечно, нужно понимать, что колода больше фановая, чем турнирная, но столько любви и души я в нее вложил. Я думаю, что если мне сайдборд еще сделать, ух, там вообще просто будет разрыв мозга. Так, ну это мы руку сразу пересдаем, две красные земли нам никуда вообще не впились. Еще и читерлорд на стартовой. Вот это значительно лучше. Прям значительно. Давайте вот так. Погнали. Ладно. Давайте рейд. Каратери. Ходи. Давай аутсайдера. Yeah, baby. Да, накопить. Тоже колония, кстати, неплохая. Но мы пока без колонии, без них. Далее. Конец хода, я хочу убить аутсайдера. И изгнать его. Нафиг. Пас. Давайте все-таки аутсайдеру. Выпишем, пропишем. Пилюлек. Да, вкачал. Еще один аутсайдер. Хорошо. Воткнули. Земля. Крыса. Вошла крыса. Аутсайдеры изгнали. Ходи. Сейчас бы по-хорошему не стать и под аутсайдера, и под этого. О, ладно. Хорошо. Да. Будет атака? Будет. А у нас будет блок. Без проблем. Давайте, лорд. Аутсайдера убрали. Атака. Ходи. Очень нужны две земли сейчас нам. Две земли, если станут, это будет вообще просто очень хорошо. Еще раз навалиться, ладно. Снова слежка. Две земли бы нам были сейчас приоритетнее. Ну ладно. Атака на два. Давай земля. Земля, земля, стоп дека, земля нужна, нужна, нужна земля. Заговариваем топ-дек. Земля! Видите, как в клубе. И хренак рукой по топ-деку. Наверное, вкачал. Я думаю, это разумно. Нет, неразумно. Да. Лорд. Третий лорд. Что, изгоним? Ну, видимо, эту, кричу. Черные чары и инстанты не умеют не реанимировать. Крича, прилетите. Нет, а так. Ходим.
Не стал вкачивать, странно. Я бы сделал его 2-2. Ну ладно. Забыл, наверное. Да, добродетель. Угу. Ну, нет блоков. Естественно. О, наконец-то. Наконец-то. Давайте такой. Красный колпак. Где у токенов? Ходи. Нет, это так. Может быть, кстати, сейчас и даже резонно разменять красного колпака на крич. Может быть, нет. Посмотрим. Там ничего делать? Давайте пожертвуем одну крыску. В угоду земле. Тоже, кстати, неплохо. Давайте еще один красный колпак. Сделали крыс. Давайте в атаку. Атака. А всеми давайте. Красный колпак дробит, он должен это понимать. У него угроза. Угу. Это во-первых. Угу. Угу. Ходи. Там сейчас землю дадут, это просто будет трэш, жесть, садомия. Лиля, да. Лиля, да. Что ты мне? Крысу пожертвуешь? Давай. Может, по карте сбросим? Крысу? Ну, хорошо. Хорошо, моноблэк. Помахал мне ручкой такой. Давайте одну пожертвуем. Угу, гикс. Земля, отлично. То, что надо. Ведьма. Качал. Атака. Все сюда, нафиг мне. Угу. 3 гер. Ходи. Что будет делать моноблок, я не знаю. Теперь. Подровался. Еще раз хочешь подроваться? Аутсайдер, да? Вот так вот. Ладно, давайте следующую. Итак, друзья, давайте каточка. Кстати, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, ставить комментарии, донатить, если хотите помочь каналу в развитии. А также... что такая рука? А также, друзья, если вы хотите помочь каналу в развитии, вы можете еще и в телегу присоединиться, я там буду очень сильно ждать. Погнали! Если это агро, то, конечно же, мы... Это пока не агро. Ладно. Будем очень надеяться на землю. Нам нужно быстрее начать дроваться, поэтому подношение хроби просто must have сейчас. Сделали таким ему. Да ничего страшного. Ауч, 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 ауч. Сейчас будем смотреть по ситуации. Если дадут землю, может быть, поставим лорда, может быть, поставим вот таких. Ух. А, это даже... Это Тимур. Это не совсем то, что я ожидал. Окей. Разгонялкинс. Угу. Земли нам не видать, да? Это прямо, блин, моя тема. Это прям моя тема. Ладно, давайте. Спутанная колония. Угу, ну и ходим.
Ну, нужна срочно земля. Очень-очень срочно нужны земли. Вот этого я тестил. У меня было 24 земли. Меня флудило постоянно. Земли идут и идут, господи, их не остановить. Сейчас 23. Крючит. Как видите. Да, на 4. Теперь мы начнем отрываться. Ух. По отношению к Робби хочет. Хочу забрать своих крыс. Это мои крысы. Как бы то ни было, это мои крысы. Давайте так. Давайте еще одна колония. Давайте. Зубастый паразит. Помиль две карты. Что там у тебя хоть есть? Понимаю, чем ты играешь. Угу, нормально. Атака. Атака. Пожертвуем что-нибудь? Так я надо. Подробность. Нормально. Нормально. Я предпочел, чтобы это была земля четвертая, но тоже неплохо. Угу. Давай. Нифига не происходит. Бррр. Давайте. Быстро ног. Нужно дроваться, я не хочу больше таких терять хороших. Который умеет блокировать. Ну, я тебя понял. Быстро ног. Еще такая фигня. Давай пожертвуем. Месть вампиров, надо же. 100 лет не видел, что таким играли. Ну как, бюджетный вариант, почему нет. Атака. Давайте пожертвуем крыску. Подробались. Блин, нужна земля. Ходи. Хорошо. О, земля. Это приятно. Давайте убить гада. Хочу. Охранными. Ладно. Давай далее. Что-нибудь уберем. Нет, это так. Конец хода. Хотя можно было бы пойти просто токенами. Что-нибудь пошел по токенами. Три дамага бы снял с него. Ну ладно. Градоискательница, да? И такой вот. Хорошо. Хорошо. Ничего не происходит. Ладно. Давайте так. Давайте такая. Чокнутая. Профессорша. Что-нибудь изгоним. Сделаем токена. Атака всеми. Да. Что ты под одного и того же стал? Вот поменять блокирую, да? Дэмэдж. Еще минус 2, да? Минус 3. Ты в хите, ходи. Я уже думал, мы не вывезем эту катку, дроблицу. Земель-то не было, ну, смотрите-ка. Зачем тут синий цвет, непонятно мне абсолютно. Давайте блок станем. Сюда. Какой-то триггер, да, то, что он там это... Там ты карточку подробовал, да? Ну, по-моему, не помогло. По-моему, не помогло особо. Чем тут синий цвет, я вообще не понял. Ладно. Ну что, друзья, смотрите, вот такая колода получилась.
Первую катку, которую вы не видели, потому что у меня дочка проснулась, заплакала. Вы пропустили бал против черно-белого контроля. Кстати, я его тоже выиграл. Спасибо большое за просмотр. Надеюсь, что вам понравилось. Поставьте лайк. Я очень постарался над этим роликом. Очень долго делал эту колоду. Колода фановая, не для турниров, но вот для души, для моей, порадовала меня очень сильно. Надеюсь, порадовала также и вас. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал, ставьте комментарии. С вами был, как всегда, Дима, МТГ Сибирь. Спасибо большое за просмотр. Всем удачи, пока и хороших топ-деков.